Бережное отношение к каждому клиенту, качество и профессионализм – эти критерии работы стали главными для всех сотрудников Ленинского бюро технической инвентаризации. Всегда здесь получаем все справки и документы, соответствующие закону. Никогда никаких сбоев в выдаче и в оформлении документов нет. Я считаю, что коллектив, который здесь работает, он очень сплоченный, очень активный, грамотный, и я желаю им здоровья, и самое главное, чтобы в личной жизни у них было все хорошо. Такой подход к работе был отмечен на областном уровне. Буквально на днях филиал был признан лучшим среди 74 аналогичных организаций региона. Кроме кубка, предприятие получило в подарок автомобиль. Наши сотрудники смогут выезжать в труднодоступные места для того, чтобы обеспечивать оказание высококачественной услуги по заявкам, соответственно, наших жителей, наших граждан нашего Ленинского муниципального района. Но останавливаться на достигнутом в этом коллективе не принято. Решили пойти дальше и преподнести посетителям предновогодний сюрприз. 27 декабря в филиал был приглашен Дед Мороз с мешком подарков. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, огромного счастья, жизни, энергии, любви и всего самого наилучшего. Хотим поблагодарить от меня лично, от коллектива Ленинского филиала вас с этим праздником, поздравить и, собственно говоря, подарить наши вот подарки. Спасибо большое. Спасибо взаимно вам всех. Благ, удачи. Спасибо. Для клиентов филиала сюрприз оказался полной неожиданностью. Они были приятно удивлены и тронуты. Нам очень приятно, что работающие здесь люди все-таки со вниманием к нам относятся. Поздравили нас с Новым годом. Нам очень приятно. Мы тоже вам также желаем всего хорошего, здоровья желаем. Большое им спасибо и самое вам им здоровья, счастья. И чтобы у них все было очень хорошо. В следующем году было много успехов, много работы. Самое главное, чтобы все было хорошо. И здоровье самое главное. Всему коллективу. Побольше бы таких новогодних подарков. Может, взрослые вновь поверят в чудеса? Татьяна Акимова и Адамия, Видное ТВ.